В общем и целом, только что прошли мы весь парк Победы, дошли до пляжа Победы, посмотрели, в каком он сейчас находится состоянии. Ничего не успели его реконструировать к 1-му числу, как обещали. Стройка идет полным ходом, все завалено строительным мусором. Ремонт полным ходом идет, техника ездит, все красится, белится, штукатурится, да, молодцы. Но к 1-му числу не успели. Отдыхающих на пляже уже достаточно много, а на фоне этого всего отдыхающие и стройка — очень такой неправильный контраст. Делайте выводы. Thank you.